Вы здесь работаете, сотрудник? Ну да, а вы нет. Я не сотрудник, я пришел за машиной. Тогда уберите вот это. Все, убираю. Еще раз, я сейчас тогда уберу так, что она уберется сама. Еще раз, я сейчас тогда уберу так, что она уберется сама. Еще раз, я сейчас тогда уберу так, что она уберется сама. Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Мехвод. Сегодня мы с вами пойдем в большую семью. В мой любимый дилерский центр Черри. Помните, меня выгнали в Перми из Черри? Ну да, тогда было какое-то плохое отношение было проявлено со стороны Черри ко мне. Сейчас же давайте исправляться, Черри. Я выбрал специально самый наихудший, на мой взгляд, автослов. Пойдемте. Почему я снимаю? А просто решил запечатлеть этот день на видеокамеру. Я погулять по вашему дилерскому центру, поразговаривать с менеджером, пообщаться, что покупают у вас, что не покупают, что привезли, что обещают привезти. В общем, в этом... Ладно, я уберу от вас камеру. Вы можете просто вызвать менеджера ко мне, а я с ним пообщаюсь. По каким машинам? По всем Черри. А у вас есть, кроме Черри, еще какие-то другие машины? Из новиночек, конечно же, это у нас новый Tiggo 7 Pro Max. Вот этот вот красавчик, доступен на полном переднем приводе. Основное изменение. Теперь здесь везде семиступенчатый робот. Здравствуйте. Меня зовут Станислав. Как я могу к вам обращаться? Роман. Роман, расскажите, что вообще сегодня нам доступно на российском рынке от компании Черри? От того, что вы хотите приобрести. Машину. Хорошую, дешевую, до 2 миллионов рублей. До 2 миллионов рублей на данный момент можно рассмотреть Tiggo 4 Pro. Tiggo 4 Pro можем рассмотреть? Еще да. Что можем рассмотреть? Здравствуйте. Я уже говорил, не снимать у нас ничего. Вы, наверное, не понимаете меня. Познакомиться с вами можно? Да мы уже знакомы, еще в том самом. Вы здесь работаете, сотрудник? Ну да, а вы нет. Я не сотрудник, я пришел за машиной. Тогда уберите вот это. Все, убираю. Еще раз, я сейчас тогда уберу так, что она уберется сама. Все, я понял вас, я ухожу. Все, друзья, уходим из этого салона, чтобы не вызывать какие-то конфликтные ситуации, не спорить с сотрудниками, потому что видим, что здесь довольно-таки негативные менеджеры, негативно настроены. Ну, Черри, опять вопрос к вам. Почему у вас такие дилерские центры? Почему такое хамское отношение к клиентам? Ну, как к клиентам? Хотели показать, хотели рассказать, какие цены, почем что продается. И в результате напоролись на полный беспредел, друзья. Вот она. Опять же, большая семья Черри. Все, друзья, до новых встреч. Поехал я за другим интересным материалом.